Благодаря независимости и постоянной поддержке лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, туристические возможности Таджикистана достойно представляются на мировом уровне. Вот и на этот раз народные промыслы таджикского народа, вкуснейшие сухофрукты, целебные источники и лекарственные растения Таджикистана были представлены на выставке «Туризм сегодня и завтра» в Новосибирске Российской Федерации. На мероприятии было сказано, что у Таджикистана есть шанс стать одной из самых привлекательных стран мира в плане лечебно-оздоровительного туризма. В рамках данной выставки был организован уголок туризма Таджикистана, в котором нашли отражение богатый природный потенциал, возможности лечебно-оздоровительного туризма, уникальная культура и древняя цивилизация таджикского народа. Также было отмечено, что в Таджикистане насчитывается 200 источников целебных минеральных вод. Из них более 70 являются горячими источниками воды и пользуются огромной популярностью. Участие Таджикистана в международной туристической выставке поможет представить возможности страны в сфере лечебно-оздоровительного туризма, привлечь внимание инвесторов и бизнесменов к развитию этого важного, востребованного и прибыльного туристического направления в Таджикистане. Зумрад Файзиева, Дильшодик Хушбахт, новости.